стоим, все садимся. Пока да, давай. Вы сказали, все хотят домой, но мы же не домой едем. Прямо сейчас нет, а домой-то хочется? Хочется, да. Ну да. Все, так итог какой будет? Домой. Все, понял. Меня зовут Эйден Азлин, и я служил в Persian Battalion 36 бригада. Наша война закончилась. Все нормально, не надо паники. С начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины прошло практически два месяца. За это время были успешно денацифицированы 1000 участников националистических батальонов и наиболее боеспособных соединений ВСУ. Уничтожена практически вся военная инфраструктура Украины. Самые вменяемые украинские военнослужащие уже успели оценить ситуацию и прикинуть свои шансы на выживание. После того, как солдаты и офицеры поняли, что правительство и президент Украины Владимир Зеленский намерены принести их в жертву, они приняли единственное верное решение – сдаться в плен. Иностранные наемники – нередкое явление в рядах вооруженных формирований Украины. Некоторые из них едут за заработком. Кто-то поверил в лживые картинки украинских СМИ. Часть иностранцев представляют себе вполне безопасное сафари на русских. It's over. Впервые столкнувшись с реалиями спецоперации, все они меняют свое мнение. У большинства иностранных гостей после первой же встречи с ВКС Российской Федерации возникает непреодолимое желание вернуться на родину. Но далеко не всем удается это осуществить. Приняли решение сдаться в плен, потому что украинское правительство бросило нас здесь. Мы должны были покинуть Донбасс из-за сложившейся